Всем привет, друзья мои! У меня для вас потрясающие новости. Я сейчас нахожусь на набережной. Сядем вместе с вами и поболтаем рядом с собачками. Надеюсь, я их не побеспокою. Сегодня немножко такой ветерок у нас. Волночки. Ой, у меня столько событий произошло за последнее время. За последние сутки. Жизнь непредсказуемая, друзья мои. У меня для вас новость. Я срочно уезжаю в Батуми и в Тбилиси на рандеву, потому что они требуют, чтобы приехала я. И у меня вчерашний день был, конечно, было рандеву. Они приняли такое решение. И я быстро давай дошивать свое платье. Все дошила, все постирала. Чемоданы почти приготовила. Мужу сообщила, конечно, я рассчитывала через месяц, но планы поменялись. По-другому ничего не сделаешь, мои дорогие. Сейчас переверну камеру, а то дует здесь. Ну так вот, Эндер со мной сейчас не едет, так как у нас 28-го выборы. И он там помощником. Я вам рассказывала, что он до этого тоже присутствовал во время выборов, естественно. Мы вчера сидели, говорит, если бы не выборы, он бы со мной поехал сейчас. Но, к сожалению, сейчас это невозможно. Я еду одна. Решила ехать я на автобусе, потому что это не так я устану, как на самолете с пересадками. В один надо ехать 4 часа заранее. Ой, короче, лучше я и там то же самое, быстрее успеть на этот автобус, потому что я приехала тогда в 11 вечера, или меня сын встречал, а сейчас кто мне встретит сына? Нет никого. Так что вот такие дела, мои дорогие, и я решила ехать автобусом. 2 часа я выезжаю, 2 часа я буду в Ризе, а потом еще до Хобы, до Сарпи ехать. Но все равно это днем, не ночью. Сегодня занимаюсь сбором денег. Все обналичиваю, потому что карты там не использую. У меня был горький опыт 2 года назад. Использовала карты, была большая конвертация, и все, как говорится, в 2 раза переплатили мы. Так что сейчас у нас наличка. Я все это обналичила, деньги готовы. Я готова морально уже мыслями там. Послезавтра выезжаю. Муж не переживает, что один, у него Ялчин. Будут вместе готовить, вместе они и так гулять. Так что я оставляю его в надежных руках. Цветочки тоже будет он поливать под моим контролем. Ну, а я 25-го еду на рандеву. Приеду в Батуми, приду в себя и потом поеду на рандеву. Вот такие вот у меня новости неожиданные. Все, что происходит, к лучшему. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Да, вышла я из своей зоны комфорта, прям целую свои стены и свою постель, и все. И свое время, свободное время, но значит так нужно. Я не унываю абсолютно, абсолютно не унываю и не нервничаю по этому поводу. Я знаю, что все будет хорошо, значит нужно было так мне поехать сейчас, в начале июня, побыть там. За это время я приведу в порядок маму, то есть пойду с ней к врачам, все сделаю ради нее, уделю ей максимальное время, потому что когда муж приедет, сами знаете, ему нужно тоже уделить, показывать все, ну и внукам, конечно, так что у меня есть время. И все, готовлюсь я. Сейчас я возвращаюсь домой, и мы с мужем поедем за подарками. Там мне надо кое-что обувь купить еще, летнюю, у меня обуви летней нету. Какие-то подарочки, и все. Завтра последний день, выезжаю я. Такие вот у меня новости. Как я успела поношить себе нарядов. Ну, знаете, что там говорят, холодно, но, в принципе, это же сейчас май, июнь же будет нормально все, я думаю. Лето начинается. Вот такие вот у меня новости. На море не успела здесь походить, ну. Это сейчас такой холодный ветер.
пойду в Батуми на море со своими внуками, как я соскучилась. Все-все. Друзья мои, идем за покупками. Посмотрите, какое платье я себе пошила. Я вчера показывала вам. Красота. Ну как? Как я вам? Вот мое платьице. Как я вам, мои дорогие? Покушали с мужем и идем за покупками. Всем приятного дня и хорошего настроения. Такая красота. Мой муж очарован моими платьями. И мой муж мне делает такие подарки. В дорогу меня собирает. Две пары обуви купила. Смотрите, какие красные, красивые. Вот такая я королева поеду в Батуми. Как вам мое платьице? Есть вот такие цвета. Ну вот я решила взять розовый, знаете почему? Потому что у меня сарафан розовый. Вам много чего подойдет, под джинсы красиво будет. Знаете, очень выгодно здесь. Вот такие цены мне понравились очень. Вот, 400 лир. Знаете, какая марка? Nina West. И сумочки тоже. Но это кожаные. Nina West. Хорошая марка. А 500 лир эти сумочки. Хорошие, хорошие. Обувь очень. Сколько мы обошли с мужем, а мне раз и это понравилось. Смотрите, какие красивые. Всем привет, мои дорогие. Вчера мы с мужем купили, видно, да? Вот такие шапочки адидасовые. Это стоит 800 лир, 800 адидасовая. Парашют. А у меня такая беленькая, будем меняться. Вот я решила сегодня по черную сумочку. Черную сумочку одеть, такую шапочку. Всем прекрасного дня и хорошего настроения. Я собираюсь в дорогу, у меня кое-какие неприятности. Я потом поделюсь с вами. Такие красивые краски. Пан Спарсенко, скоро будет Батуми. Видите, как люди занимаются, все больше и больше их. А я сейчас пока иду и поговорю с вами. У меня такие проблемы, дорогие. Уже не знаю даже, стоит ли ехать мне в Батуми так срочно, потому что приняли решение, мне отказали в гражданстве Грузии. Это вчера была бомба очередная средь бела дня. И они в приказе приняли решение. Написали, что из-за того, что я гражданка Турции. Вы понимаете, какие тупые. Какая я же гражданка Грузии. Мне был вчера разговор с моими близкими знакомыми. Они разбираются в этой конституции. Все. Приезжай, говорит, срочно. И будем решать. Они не имеют права оставлять тебя в воздухе. Ни турецкого, ни грузинского. Как это? Вообще, что ли? Адвокат нужен. Дела делать, короче. Вот такие вот новости. И что вы думаете? Я уверена, что все закончится самым благоприятным экологичным способом. Потому что это несправедливо и неправильно. Да, у меня получилось так. Планировала по-другому. Сказали, что можно, чтобы дочь пришла. Но в итоге они почему-то обозленные и вообще сказали, что такие негативные. Два было негативных, два хорошо относились. С подковыркой, почему она приехала, почему она эмигрировала. Такие вопросы задавали нелепые. Какие странные вообще. Какое их дело, почему я эмигрировала? Тем более знает, что я замужем. Почему она там не работает, если у нее здесь работа? Зачем она туда поехала?
Ну, вы понимаете, какие тупые вопросы. Ну, значит, должно было быть так, чтобы кто-то был злой, кто-то был добр. Будем надеяться на все хорошее. Поэтому, мои дорогие, я легла в 2, встала половине 6. И вот, хотя очень хотелось спать, но так хотелось мне выйти предпоследнее утро мое в Мерсине. Завтра я еду в дорогу. Я сейчас рано вернусь, и мне нужно еще кое-что сбегать купить. Поэтому высыпаться буду в дороге. И вот думаю сейчас дорогу взять, рисовать нейрографику или книгу трансерфинг почитать. Пока еще не решила все-таки ехать более суток. Сутки до Ризе, а там еще 3 часа, потом, ну, где-то 25 часов я так себе поставила планку. Но я люблю в автобусе спать, буду отдыхать, а из дома надо в 12 вообще выйти. Так что мне завтра с утра не получится выбежать, йогу сделаю и все. Остальное, все будет хорошо. Мне вчера мой муж, вы видели, купил такие классные мокасины. Так было удобно, и дай бог ему здоровья, еще босоножечки, вот эти шапочки адидасовые. Я сейчас черненькую одела, сейчас покажу. Моя беленькая, будем меняться. Знаете, такая не чувствуется вообще на голове, как простынька. Те другие были грубые очень, как корзина, горшок на голове, а это замечательно. Еще какие у меня новости, у нас очень огромные новости. Гигосе. Только один человек из 1000 просмотров написал ерунду какую-то про Гигос. Но я доказывать никому не собираю. Я предоставляю факты, то, что есть в моей жизни, то, что происходит, и то, что сейчас я еду за свой счет, чтобы вы знали, и везу свои деньги. Да, муж мне там купит билет, подарки там какие-то, да, мне купил, мне все купит. А то, что касается моих личных расходов, ну, у него нет физически, я же все понимаю прекрасно, как он старается. Он много чего хотел купить. Еще купила я вчера купальник, он мне хотел дорогой купальник. Он маме моей такую дорогую пижаму купил за 800 лир, вы понимаете? Я ему сказала, хватит, я сама все куплю. Не надо, потому что у него очень добрая душа. В предыдущем видео я рассказывала вам о деньгах. Любят ли турки давать деньги, да? Естественно, это не только турки. Есть и много людей во всех, как говорится, национальностях. Мужчины есть такие. Но я говорю, что конкретно, как у меня происходит и что я вижу вокруг. Мой муж не любит давать наличную. Наличку, но он всегда, только если я не буду просить сильно, как сумасшедшая, да, вот дай, надо культурно, аккуратно подойти к мужу, как сделала я. Ашка, у меня нету обуви, ты же знаешь, в том году я как-то не покупала новую обувь, и мне нужно. Окей, мы когда ходили и пообходили все магазины, но не нравилось. И когда я увидела эти босоножечки такие, и я говорю, посмотри, какая цена удобная, да, 800 лир, что ли, было? 800 со скидкой. Хотя в других 1500-1200. Я говорю, посмотри, давай, я говорю, я одену. Я говорю, хорошо. Мне тоже понравились. Nine West. Когда я померила, говорю, ой, как мне приятно, как мне хорошо. Ножка отдыхает, они такие мягенькие. А он говорит, слушай, говорит, а не хочешь вторые взять? А я говорю, каким, как это понять? Вот эти макасы, говорят, очень удобно тебе будет. Вы понимаете, как? Когда ты благодарна человеку, он мне все сделает. А если я буду просить, да, давай мне 2 пары обуви, давай мне дорогой этот. Конечно, он принципиально не сделает. Да это любой человек.
И то же самое мне, если мне скажут, так, я хочу и все. А когда меня не просит человек, да, я могу сделать очень многое. Потому что вижу, что надо. Вот тактика такая. Потом пошли там дезодоранты купили. Кстати, а где? Нет, не... Утром вроде бы разобрала сумку. И мне купил пижаму качества, шикарного качества. Такой шортик и маечку. Ну вот, что хотела сказать. И да, написали некоторые женщины, что а мне не надо просить, муж мой любит. Ну, у мужа вашего, видно, есть очень много денег, да? Поэтому он не живет на пенсии или на одну зарплату. А здесь у нас все рассчитано. Его бывшая, как говорится, до сих пор он в этом находится, в этих каких-то кредитах, долгах, потому что все как-то она ему под ножку ставила. Непредвиденные затраты были. Из года в год, из года в год, только год пройдет, опять подает на суд. Пройдет 2 года опять. И вот сейчас мы как сидим в предвкушении. Ждем очередного. Так вы знаете, как это в Турции делается? Это не просто так легко. Это подается в адвокат, это дело открывается. И вот если адвокат и суд примет решение через год, там, повышение алиментов, допустим, то мой муж обязан будет платить за весь год сначала, а не тогда, когда они приняли решение. Вы понимаете, это какая сумма? И еще платить адвокату. Вот какие привилегии здесь у женщин. И это получается так. А у нас какие-то планы. Мы любим хорошо покушать, мы любим поразвлекаться. Вы сами видите, да? Потихонечку стали что-то в дом приобретать. Что мне перед вами оправдываться и объяснять все это? Жизненные ситуации, да, какие-то непредвиденные. И вот, мои дорогие, поэтому с моего мужа трудно получить наличку, вот, потому что это надо снимать с карты. От зарплаты до зарплаты получается. Он может пойти в магазин, накупиться безбашенно. Вот вчера оставил 4500 лир. Оставил. И это что вы думаете? Это, конечно, зарплаты будут. Несколько месяцев будет по частям платить. Здесь, в Турции, я смотрю, что все так живут, мужчины. Понимаете? Я раньше вот не знала о таком методе жизни и оплаты. Поэтому у них несколько карт у каждого. С одного берут, покрывают тот, когда надо платить. И я вообще противница. У меня, слава Богу, никаких кредитов, все. Никаких долгов. Слава Богу. Но мужа уже не перестроить. Потому что у меня были попытки закрыть его все долги. И они опять начинались. Я решила отпустить всю ситуацию. Пускай он сам рассчитывает на себя. Ведь мы же не можем изменить другого человека. Мы можем изменить свое отношение к нему и к окружающему миру. Поэтому я приняла как есть и решила много не рассказывать, не делиться с мужем обо всем. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вы видите, я уже с вами дошла до конца Марины. Провела утро с пользой. Записала вам видео, поговорила о наболевшем. Это очень замечательно. Я не знаю, насколько у меня будет времени сейчас заниматься видео Ютубом. У меня сейчас очень жаркий момент по бизнесу. Надо успеть до 6 купить эти сладости с мужем. 6 часов у нас вебинар. Лидеры приехали с Анталии. И потрясающие новости, мои дорогие. Кто не верит, не надо, не заставляю. А кто хочет увеличить свой доход, какие-то сбережения несколько раз, пожалуйста. Скоро старт, как время летит, просто мы не заметим. Через несколько месяцев запуск у нас метавселенной.
потом уже и выход на биржу. Понимаете, это все время как быстро пролетит. А у нас такие возможности открываются, такие возможности. Просто вам не рассказать. И подумайте о своем завтрашнем дне. Ведь предлагаю я вам хлеб. Это мой хлеб сегодняшний. Это все мои движения, это моя уверенность в сегодняшнем дне. Когда ты получаешь свои деньги, блин, это так прекрасно. И я так с ума не схожу, не сижу 24 часа. Ну, сидела вчера 3 часа вечером. Позавчера сидела 2 часа. И все, остальное время это. И на дорогу собрано. Вот так вот. Все, целую вас. Я побежала. Друзья мои, вот я выбралась сегодня за покупочками. Оделась по-спортивному. Как хорошо вот эти платьица иметь такие. Очень практично. Мои дорогие друзья, пошла я. Может, Ашкым, если здесь будет, тоже его возьму с собой. Надо покупать сладости, хочу и там еще что-то посмотреть. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.